Давайте нам перейдем к следующему докладу. Хромосомные нарушения с минимальными фенотипическими проявлениями. Каталецкая Юлия Юрьевна, заведующая консультативным отделением Моники. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Хотела бы всех поприветствовать. Спасибо большое за приглашение и возможность выступить. Я сегодня бы хотела рассказать о работе нашего медико-генетического центра. В данной презентации хотела бы представить три клинических случая пациентов с хромосомной патологией и минимальными фенотипическими проявлениями. Но вот здесь на слайде представлены мои коллеги, это клинические врачи и врачи цитогенетики, которые участвуют в нашей работе и в наших случаях. Перейдем к первому клиническому случаю. На прием к врачу-генетику обратилась пациентка с жалобами на задержку речевого развития в возрасте 4 лет. В анамнезе постнатальном никаких таких особенностей у ребенка не было. Она родилась, в принципе, в срок, является вторым ребенком в семье с хорошими оценками по Абгар. Единственное, что можно было отметить при таком сборе анамнеза, небольшую задержку моторного развития, ну, такую незначительную. И самое главное, это задержка речевого развития у ребенка отмечалась. Но она родителей не сильно беспокоила, но, тем не менее, в 3 года по рекомендации невролога они были проконсультированы у психиатра, и в рамках комплексного обследования их направили к врачу-генетику. Ну вот фенотип ребенка на слайде представлен. Вот такая вот девочка с незначительными такими вот стигмами дезэмбриогенеза. Из того, что можно отметить, это долихоцефалия, небольшая задержка роста, выступающий высокий лоб, длинные ресницы, фильтр, тонкая верхняя губа, приросшие мочки ушей, гипертелоризм сосков отмечался и задержка речевого развития. Но было у нее жестовое общение, в принципе, коммуникация с родителями была неплохо выстроена, и это до 4 лет их не сильно беспокоило. Всем пациентам с задержкой психоречевого развития мы рекомендуем проведение цитогенетического исследования. И при проведении цитогенетического исследования у нашей пациентки была выявлена достаточно крупная хромосомная перестройка, которая не соответствовала, так сказать, размеры перестройки не соответствовали тяжести, вернее, или легкости фенотипа. Был выявлен несбалансированный кариотип с внутрихромосомной перестройкой. Мы ее идентифицировали как инвертированную дупликацию и делецию короткого плеча 5-й хромосомы. Ребенку был проведен комплекс мероприятий диагностических, это цитогенетическое исследование, ФИШ-диагностика и затем хромосомный микроматричный анализ для того, чтобы установить размеры, в том числе делеции. Но вот в результате у пробанда была обнаружена небольшая делеция, терминальная делеция короткого плеча 5-й хромосомы, которая была аннотирована в базах данных как непатогенная, и она не затрагивала регион синдрома кошачьего крика, что и определяло, собственно говоря, мягкость фенотипа. А вот дупликация, которая у нее была обнаружена, она имела значительные размеры и была аннотирована в базах данных как патогенная. И патогенность дупликации была в литературе связана со стигмами дезэмбриогенеза, задержками развития. В некоторых случаях была описана эпилепсия и пороки развития внутренних органов. Но традиционно считается, что делеции более клинически значимы для фенотипа, чем дупликации. Но, тем не менее, в нашем случае мы считаем, что все-таки, безусловно, терминальная делеция вряд ли несет какие-то последствия для фенотипа, а большее значение имеет дупликация, размер этой дупликации. Ну вот здесь на слайде представлена схема событий генетических, которые способствовали формированию такой перестройки. И в результате чего вот сформировался такой большой дополнительный материал на пятерке.
Что касается клинических проявлений, то девочка, в принципе, развивается с положительной динамикой, у нее запустились речевые навыки, она проживает сейчас в другой стране, ребенок посещает школу и вполне себе адаптирована к социальной жизни и, в принципе, продолжает поддерживать связь с нашим доктором. И развитие ребенка, ну, может быть, если вызывает какие-то вопросы, то крайне минимальные. Если вы хотите подробнее ознакомиться с этим случаем, то мы эту ситуацию, этот случай опубликовали, и можно его найти в интернете, в журнале нашем. Второй клинический случай, который я бы хотела сегодня представить, он состоит из двух пациентов, представлен двумя пациентами, потому что они обратились к нам со схожим вопросом, вернее, даже с одним и тем же. Ну вот я начну немножко завуалированно. Два пациента 31 года и 26 лет, они к нам обратились в разное время, но с одной и той же просьбой провести обследование этих пациентов. У обоих пациентов отмечалась легкая, ну, одного легкая задержка, у другого более выраженная задержка такого психического развития. Оба пациента были в сопровождении матери на приеме. Пробанд 31 года, он еще в школьном возрасте начал отставать в психическом развитии, окончил всего 3 класса коррекционной школы. Кроме того, у него в 2009 году манифестировали эпилептические приступы, которые, в принципе, купированы противосудорожной терапией. Второй пациент, он более социально адаптирован. Ну, такой вот у него жалоба у матери на такой инфантилизм, такое простодушие, доверчивость со стороны других людей. Он единственный ребенок в семье, до 6 лет задерживался в речевом развитии, обучался в сельской школе, в обычной, но всегда были там сложности с обучением. Вот оба этих пациента имеют схожие фенотипические признаки. Ну вот здесь они перечислены на слайде, я думаю, что не имеет смысла их зачитывать. Мало того, что у них есть лицевые определенные схожие характеристики, но вот еще с точки зрения конституциональной и фигуры, да, у пациентов имеются такие вот покатые плечи, относительно короткие верхние конечности, и оба этих пациента были к нам направлены с подозрением на мозаичный вариант синдрома Дауна. Что же было при обследовании? Мы провели сначала стандартное цитогенетическое исследование. Начну с пациента, который слева, с 31 год которому. Провели стандартное цитогенетическое исследование и обнаружили только лишь одну клетку с трисомией 21. Мы все, естественно, несколько раз перепроверили, провели фиш-диагностику, вызвали пациента дополнительно и провели ему целый комплекс мероприятий диагностических. В итоге взяли в том числе и буккальный эпителий. И какую же мы обнаружили картину? У нашего пациента с 31 года с низким уровнем мозаицизма по трисомии 21 в лимфоцитах около 43,5% клеток, вернее, около 43% клеток в буккальном эпителии содержали лишнюю 21-ю хромосому. На наш взгляд, второй пациент 26 лет, он более имел, так скажем, схожие с синдромом Дауна фенотипические признаки, но при его комплексном обследовании мы не обнаружили трисомии 21. И я хотела бы заострить ваше внимание на том, что вот такой подход индивидуальный, когда мы видим несовпадение, например, фенотипа и генотипа, и такая тесная связь с лабораторной службой все-таки позволяет нам многоэтапно, исследовав несколько тканей, используя разные подходы к диагностике, все-таки дойти до нужного диагноза. И
мы считаем, что этот все-таки случай такой достаточно нестандартный, особенно у пациента вот 31 года. Конечно, фенотипических признаков синдрома Дауна у него практически нет. Это очень такой интересный с точки зрения клинической случай. Следующий случай, который я хотела бы представить, это пациентка, которая обратилась к нам с жалобами на судорожные приступы, фармакорезистентные, с умеренной задержкой психомоторного развития, психоречевого развития. Клинические проявления судорожного синдрома у нее начались после года, после падения и удара головой. И пациентка получала противосудорожную терапию, но все-таки кое-какие приступы у нее сохранялись. И, учитывая задержку психомоторного развития, ей был назначен также цитогенетическое исследование. И при цитогенетическом исследовании мы обнаруживаем трисомию по Х. То есть у пациентки 47 хромосом, 3 Х. Такой кариотип, безусловно, не объясняет ее судорожной такой активности, да, и симптоматической эпилепсии. Можно сказать, эта находка оказалась совершенно случайной. И при дальнейшем обследовании у пациентки выявляется мутация в гене, которая отвечает за раннюю младенческую эпилептическую энцефалопатию 19 типа. Ген этот расположен как раз-таки на длинном плече X-хромосомы, и характеризуется он тем, что это наиболее частая причина возникновения такой ранней энцефалопатии эпилептической у пациентов женского пола. Еще он имеет специфический тип наследования, эксцепленный и ограниченный женским полом. Мужчины-носители патогенных вариантов в этом гене, как правило, не имеют никаких клинических проявлений, но, тем не менее, у некоторых была в литературе описана ригидность мышления и обсессивные расстройства. И как раз в 2020 году вышла статья наших коллег, значит, которая касается описания данного синдрома. Что... Какой механизм формирования вот эпилептической энцефалопатии? Различные и тяжесть различалась проявлений. Такой генотип-фенотип корреляция была не очень хорошая в связи с тем, что такой механизм возникновения этого заболевания связан с наличием несбалансированной инактивации X-хромосом структуры головного мозга. И поэтому формируются две субпопуляции нейронов, которые между собой не могут взаимодействовать и препятствуют вот как раз формированию устойчивых нейрональных связей. А у нашей пациентки 3 X-хромосомы. И поэтому эти 3 X-хромосомы, мы считаем, имеют важное клиническое значение в отношении прогноза дальнейшего течения заболевания у данной пациентки. Вот как раз приведена здесь ссылка на статью наших коллег, как раз-таки, которые делают вывод, что тяжесть течения заболевания связано как раз-таки с инактивацией хромосом с патогенным вариантом и дикого типа. Учитывая, что у нашей пациентки 3 X-хромосомы, сейчас мы этот случай, ну, так скажем, доразбираем дальше и планируем уточнить информацию по поводу того, сколько у нее иксов дикого типа, сколько с патогенным вариантом, для того, чтобы определить, попробовать какую-то взаимосвязь, выстроить с ее дальнейшим фенотипом и прогнозом течения заболевания. И небольшое резюме, что последовательная диагностика, она, конечно, безусловно, очень большую роль играет в эффективности в итоге и постановке диагноза. Коневой мозаицизм – это тоже очень важная вещь, про которую не стоит забывать, и при несовпадении фенотип-генотип использование нескольких методов имеет важное значение. Кроме того, как оказалось, пациенты не так могут иметь сочетанную хромосомную и моногенную патологию, об этом не нужно забывать. И опять же, комплексный подход в
разборе случаев и все-таки в оценке клинических проявлений у пациента имеет важное значение. Спасибо, коллеги, за внимание. Если есть вопросы, я готова на них ответить. Спасибо большое, Юрьевна. Скажите, а вот, может быть, я упустил те два пациента, вот у одного подтвердили мозаицизм синдрома Дауна, а второй пациент, какой у него клинический генетический диагноз там в результате был поставлен? Вообще, на самом деле, мы у него хромосомной патологии никакой не выявили, но учитывая... Не было продолжения генетического поиска. А? Продолжение генетического поиска не делаем. Да, мы вот, учитывая его фенотипические особенности, мы думаем, что здесь может речь идти о какой-нибудь либо гипохондроплазии как вариант, потому что у него все-таки, вот здесь на слайде я сейчас включила опять фотографию его, да, учитывая его фенотипические особенности и вот строение тела, мы не исключаем, что здесь есть какая-то другая патология, но пока они не готовы обследоваться, они были счастливы, что у них нет синдрома Дауна и пока выпали из нашего поля зрения. Спасибо. Если есть еще вопросы? Да, один вопрос маленький. Вопрос по первому случаю. Там родители не обследовали? Родители обследованы, это, ну, это все перестройка деново. Деново, да? Да. Спасибо. А по второму случаю, вот тот, который оказался без трисомии, почему ему синдром Дауна-то ставили? Это на каком основании? Спасибо, Наталья Сергеевна, за вопрос. Дело в том, что эти оба пациента к нам пришли, так сказать, совершенно с пустыми руками. И вся информация у нас есть только со слов родителей. Они оба из бывших республик и с утерянными полностью документами. Кроме того, какая-то документация, вот, которая была у второго пациента, она вся была отдана в военкомат, потому что он был еще призывного возраста, 26 лет. Ему был на самом деле, со слов мамы, выдан военный билет там, где они раньше жили, но здесь все пришлось проходить заново. И у нас никаких других как бы оснований, кроме как ее слов, конечно, не было, но учитывая, что она эту жалобу, так сказать, предъявляла, мы вынуждены были это все проверять. И ну, на самом деле мы как бы тоже клинически, после, имея вот такой случай, как первый, уже начали, так сказать, сомневаться в том, что только доверять своему, так сказать, клиническому взгляду и решили опираться, естественно, на лабораторные методы. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Можно еще тоже вопрос? Огромное спасибо, Юлия Юрьевна, за очень интересный клинический случай. У меня такой вопрос вот по поводу этого же клинического случая второго. Скажите, пожалуйста, вот все-таки пациенты, я так понимаю, клинически были признаки, скажем так, нарушений с раннего возраста. А почему их мамы, я так понимаю, что да, они приходили с сопровождением мам, почему они только вот в возрасте 31 и 26 лет, соответственно, решили обратиться на консультацию генетику? То есть вот ну, они раньше обращались, нет, не обращались. Почему именно вот да. Сейчас? Вот они просто в этом возрасте, вот в последние там несколько лет, 2-3 года, да, один случай 2 года назад, один случай в этом году у нас был, они переехали из своих регионов сюда к нам. И здесь им пришлось всю документацию, которая там была утеряна, обновлять. Вот этот пациент 31 года, он наблюдался с детства с этим диагнозом. У него была как раз-таки медицинская документация, где словами было что-то там написано. Ни результатов анализа самого, никаких других данных не было. И для меня, честно говоря, как для клинициста, вот обратите внимание, вот его фотография в 12 лет, как ему при рождении могли поставить диагноз мозаичный вариант синдрома Дауна, для меня остается загадкой. Но, тем не менее, он с таким диагнозом наблюдался у себя по месту жительства. А вот второй пациент, у него вообще не было, честно говоря, никакой документации, но такой вот беседа с мамой и ее, ну, как бы, ее рассказ сомнений в том, что это так, и что она там наблюдалась с этим диагнозом, у меня не вызывал. Вот, поэтому, учитывая отсутствие анамнеза, мы должны были все делать с самого начала. Дела, спасибо. Коллеги, спасибо всем большое, особенно нашим докладчикам, за интересные случаи. Я думаю, что все, кто посетил наше сегодняшнее мероприятие, остались довольны и подчеркнули для себя много нового. И, конечно, мы сделаем его периодическим. Следующее наше заседание планируется в июне месяце. Ну, с датой мы определимся позже.
И если можно, хотелось бы еще напоследок еще раз указать наш сайт. У вас был, Юлия Юрьевна, последний слайд ваш. Я уже вышла из демонстрации экрана. Хорошо, тогда я включу демонстрацию экрана у себя. Если у нас есть ординаторы, которые еще не зарегистрировались в нашем обществе, мы всех призываем это сделать. И я думаю, что в дальнейшем наши встречи будут более интересны. И, скорее всего, надеюсь, что они будут действительно в очном режиме, чтобы не было того, что было у нас сегодня. Всем большое спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо, да. До свидания. Спасибо, до свидания. До свидания. Спасибо, до свидания всем.